Чтобы вы не говорили, что я тиран, я целый час пытался вчера понять, что не нравится Фарухе, чтобы это решить, чтобы она вернулась. Я так и ничего не понял. Сегодня в наш вот этот чат, где только Афэмили находится, возвращается Фаруха и возвращает вместе с собой некого человека. Не будем говорить имена и фамилия. Вот. И говорит, что это мой представитель. Мы хотим обсудить. После чего я перевожу их в чат, в другой чат, где только она, ее представитель и я, потому что все проблемы говорил, что я буду решать. И, в общем, целый час, может быть, два очень долгой переписки был сделан вывод того, что я сказал, что мы не будем брать в альянс или рекламировать схожие идеи. То есть, если у нас уже есть донатная группа, то другую донатную группу мы не возьмем. Или если у нас есть новостная группа, то другую новостную мы не будем брать, чтобы не было внутренней конкуренции. Ну, либо брать, но объединять их в одну. Вот. И это и была причиной, почему Фаруха решила уйти, потому что ей там кто-то предложил что-то выгоднее насчет донатной группы. Она согласилась, и она знала, что я скажу, что это не входит в рамки нашего с ней сотрудничества, нашей семьи, что ей нужно отказаться от этого. Так как она решила, что там выгоднее, чем с нами, она и ушла. Все. К сожалению, Фаруха навсегда покинула наш альянс. Но вы не расстраивайтесь. Как я уже говорил в видео выше, скоро появится группа, где вы сможете узнавать про нас. А пока что следите за тем, что происходит на канале, и в зоне комфорта. Всем пока.